проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 151. Разрешается ли христианам вступать в брак с людьми другой религии? Ответ Игнатия Лапкина. Согласно канонам церкви, разрешается только в одном случае, если та половина еще не крещена, но письменно и твердо обещает присоединиться к православию. Думаю, что это дело очень рискованное. Так у старообрядцев приобретение новых прозелитов, миссионерство в кавычках, идет через смешанные браки. Что из этого получается, они лучше расскажут. Практически все мертвым слоем покрывается, и ждать большего не приходится. 2 Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Овечка выходит замуж за волка? Кому шашлык будет? За 40 лет наблюдений сделал для себя вывод. Удачных браков не видел. И если все-таки как-то отступник возвращается, то это полутруп. Легче приобрести того, кто еще не был христианином, вторую половину привести ко Христу. Явно, что нет на то и воли Божьей, чтобы так рисковать своей душой. И воспитание детей какое будет? Чернота всегда задавливает белизну. Посмотри на браки с неграми. Ну, как сейчас говорят, с афроамериканцами. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.